din na muna. Saan na tayo raw? Uyan ka bro, wag siya. Потом недельку еще, потом уже к зимовке уже снег пойдет и чаще будем менять места. На каждой стоянке не один уровень. Олень это как ее средство продвижения, это значит сила, техника. Олень это одежда, шкуры. Олень это... Начнем с того, что школа очень старая, она создана в 1946 году. И она создана для того, чтобы учить тех детей, которые не могут получить образование. Все дети все-таки они национальные дети, да, то есть очень много детей, которых берутся из национальных семей, поэтому здесь очень большое внимание уделяется национальным компонентам, то есть экологическим каким-то вещам, народным вещам, то есть при тем программам, которые непосредственно приближены. А сейчас приехала в тундру, и мне сейчас вообще даже нравится в тундре. На улице выйдешь, все свежо, свежий воздух, свежая вода. Посмотришь туда, там олени бегают. Ой.